28 апреля в городе прошла обработка улиц аэрозольным методом с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Специальную технику для этого предоставила воинская часть Дягилевского военного городка. Дезинфекция аэрозольным методом прошла по одному из 5 маршрутов, разработанных дирекцией благоустройства города совместно с региональным ГИБДД. Такой метод применяется для более тщательной дезинфекции. Его преимущество – высокая эффективность при работе на больших участках с труднодоступными местами. Мероприятие по сплошной обработке специальными средствами охватывает асфальтобетонные и плиточные покрытия всех дорог с прилегающими парковками и тротуарами. В начале дезинфекции территории по дорогам прошли автомобили-пылесосы и собрали лишнюю пыль и мелкие камни. Затем свою работу провела тепловая машина, которая проехала по маршруту в колонне. Аэрозольная обработка проводилась с применением дезинфицирующих препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором. Они безопасны и широко используются для обеззараживания различных поверхностей. Это была не последняя дезинфекция города при помощи аэрозольного метода. Такие мероприятия будут проводиться до тех пор, пока будет сохраняться угроза распространения коронавируса в Рязани. На этой неделе планируется осуществить еще 2 дезинфекции, если будут позволять погодные условия. Надо отметить, что помимо аэрозольной 2 раза в неделю проходит обработка города поливочным методом. Она также осуществляется при благоприятных погодных условиях.